Что-то из этого буквально завтра я смогу увидеть своими глазами, ну или в последующие дни отдыха, которые состоятся на Крымском полуострове в конце летнего сезона, ну то есть уже осенью. Бархатное время, хорошая погода, надеюсь, меня ждет главное — теплое море. Всем пока, подписывайтесь на мой канал, ждите новые обзоры интересные и обязательно необычные. Что-то из этого буквально завтра я смогу.